Работы на участке под застройку детской поликлиники в Ливнах возобновились. Напомню, начались они еще весной, но 22 июня были приостановлены. Оказалось, что территория была захламлена строительным мусором. Когда верхний слой почвы сняли, специалисты обнаружили еще одну проблему, которая и стала причиной остановки всех работ. Оперативно были проведены новые инженерно-геологические изыскания, а также произведена загрузка в государственную экспертизу для прохождения повторной государственной экспертизы. В настоящее время все вопросы сняты. Сейчас на площадку привезли стройматериалы, подключили электроснабжение. На завершающем этапе – монтаж бытовой канализации.